Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq. Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi. Xalq həmrəlik göstərdi. Bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. В культурной столице Азербайджана Шуше дан старт музыкальному фестивалю «Хары Бюль-Бюль». В рамках фестиваля, организованного 12 мая на Джидер-Дюзю, были представлены выступления музыкальных коллективов в составе проживающих в Азербайджане представителей разных национальностей, программа, состоящая из народной и классической музыки. Мы возродили эту прекрасную традицию, и отныне фестиваль «Хары Бюль-Бюль» будет проводиться в Шуше каждый год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии фестиваля «Хары Бюль-Бюль» в Шуше. Он также отметил, что «мы с нетерпением ждали этот день на протяжении 30 лет». Каждый раз мы говорили, что не смиримся с этой ситуацией, что любой ценой освободим свои родные земли от оккупации, и мы это сделали, сказал Ильхам Алиев, подчеркнув, что фестиваль «Хары Бюль-Бюль» посвящен памяти шахидов Азербайджана. Мы обязаны этим днем героическим военнослужащим, азербайджанскому народу, добавил глава государства. Минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших в Отечественной войне. Отметим, что фестиваль «Хары Бюль-Бюль», названный в честь цветка-символа города Шуша, был создан по инициативе посла Азербайджана в России, бывшего министра культуры Азербайджана Полада Бюль-Бюль-Оглы. Первый фестиваль «Хары Бюль-Бюль» был приурочен к столетию азербайджанского певца Ханенде Саида Шушинского и прошел в мае 1989 года в городе Шуша на Джидер-Дюзю. Уже в 1990 году фестиваль получил статус международного, но в 1992 году проект был отменен из-за Первой Карабахской войны и оккупации города Шуша вооруженными силами Армении. 8 ноября 2020 года в ходе Второй Карабахской войны азербайджанская армия освободила Шушу от оккупации. В январе 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым напомнил о необходимости возрождения фестиваля «Хары Бюль-Бюль».